Оккупированный Луганск остается без воды. Об этом заявили в Луганском энергетическом объединении. И задолго почти 157 миллионов гривен компания обесточила Попаснянский водоканал. Предприятие снабжало водой в основном неконтролируемые территории. Только в этом году водоканал потребил электроэнергии на 78 миллионов гривен. А из тех денег, которые перечисляют оккупированные районы, предприятие смогло заплатить всего лишь 45 миллионов.